Регистрация делегатов. Конкурсное задание для молодых креаторов. Победители конкурса молодых креаторов. Хосе Карлос Бонтеньо, Диего Анаори, агентство TBWA и PG Португалия. Жюри конкурса интерактивной рекламы «Киберльвы». «Киберльвы» – заключительное обсуждение конкурсных работ. Пресс-конференция «Киберльвов». Gerald White again, business development for the Hub Communications Company to enjoy the Grand Prix. Let me quickly say what great work that these folks did. Not only did they create a very engaging site, they showed us the future. Победителем конкурса «Киберльвов» стал агентство Hub Communications из Великобритании. Выставка работ в конкурсе «Пресса-постер». Интерактивные киоски. Международный пресс-центр. Жюри конкурса «Пресса-постер». Жюри за работой. Заключительное обсуждение конкурсных работ. Гран-при конкурса присуждается агентству Arnold Communications США. Светотехника плюс магия. Эволюция спецэффектов. Что может современный режиссер Саачес? Как и большинство креативных директоров, я игнорировал интернет до недавнего времени. WClick CKS. Реклама в интернете будет работать. Барри Зальцман, вице-президент International WClick. Альфа и Омега науки расставания людей со своими деньгами. Деннис Хоппер и Херман Фаск. Приз зрителей – взгляд на ролики, заслужившие симпатию потребителей. Выбор народа – газета USA Today. Искусство и наука рекламы в кино. Кодек. Вечер участников конкурса «Пресса-постер» и «Киберльвы».
вечер участников фестиваля молодых креаторов. Мексиканский вечер. Русский вечер. Австрийский вечер. Датский пляжный прием. Обед Ле Бернет. Вечер агентства БДДП. В гостях у агентства Юро РСЖ. Жюри конкурса рекламных фильмов. Жюри за работой. Оценка роликов, включенных в шорт-лист. Жюри фильмов, заключительное обсуждение. Пресс-конференция жюри фильмов. Просмотр роликов, включенных в шорт-лист. Церемония вручения наград. Дворец фестивалей. Приз журналистов Young and Rubicam, Голландия. Золотая пальмовая ветвь. Агентство Radical Media, Соединенные Штаты. Агентство года DM90 DDB Publicidad, Бразилия. Рекламодатель года Ренцо Росса, компания Дизель. Гран-при конкурса фильмов присуждается ателье Гудби, Сильверстайн и партнеры, Соединенные Штаты Америки. Заключительный прием фестиваля. До встречи в Канне в следующем году с 21 по 26 июня 1999 года.